Петрович, поздравляем вас и вашу команду с победой. Прокомментируйте игру и результат. Согласны ли вы с ним? Результат, да, я с ним согласен. Мы выиграли, это самое главное. Игра такая получилась немножечко на обоюдных курсах. Вот. Не совсем там верно действовали в каких-то эпизодах, но это связано больше с игровым ритмом. Был потерян игровой ритм из-за того, что у нас произошел перенос игры. Но это один из моментов, который имеет место быть в плане вот именно ведения по качеству игры, потому что мы допускали какие-то вещи не свойственные себе в оборонительных и в атакующих действиях. Но в целом держали темп и, в общем, атаковали, забили, были моменты, забили два мяча, мы рады, что мы выиграли. Для нас это важно. Вы приехали в город в статусе одного из лидеров НЛ. И удивила ли чем-то команда, которая в противоположном полюсе турнирной таблицы находится? Ну, вы знаете, мы к этому относимся так, что это всегда новый лист. И после предсезонки вообще всегда все команды, они индивидуальные, они неповторимые, у них есть... У каждого есть свой почерк, и здесь каждый может преподнести сюрпризы каждой команде. Это абсолютно точно, независимо вверху или внизу. Но мы всегда отталкиваемся от того, что вот прошла предсезонка, мы начинаем с чистого листа. Мы не смотрим, где мы, на каком месте и против кого мы играем. Мы играем против соперника, это мы знаем точно. И каждая игра – это наш чемпионат. Вот на сегодняшний день мы добились положительного успеха. Это здорово. Благодарю за комментарий, да, я желаю удачи в следующих играх. Спасибо. Удачи клубу.